Всем привет, друзья! Сегодня я с вами, FireFox, ну, а в этом видео, да, как вы уже поняли, наша авокадо пустила корни, ну только одно, но одно уже так-то хорошо треснуло. Ну и тогда погнали к видео, погнали! День, как вы видите, давайте посмотрим на корень. Ну, достаточно хорошо вырос, но не так мощно, как я думал. Ну ладно, давайте этот поставим, посмотрим на этот. Вот здесь пока что он еще не пророс. Ну, кстати, уже с моего вида чуть-чуть видно корешок, как он начинает уже прорастать внутри. Скоро уже должен прорасти, друзья. И посмотрите, как наши выросли авокадо. Вот здесь, как можете видеть, уже начинает подвиниваться столбур. И вот, друзья, какой огромный корень. Нормально так-то вырос. Вот уже такая трещина большая. Это уже через нее будет идти столбур нашего авокадо. Как видите, корень уже примерно на сантиметра 4, может быть, вот так вот. Ну, или 5 как максимум. Давайте достанем вот этот следующий. Ну, и здесь ничего нет. Ну, вы видите? Думаю, вы видите, тут уже есть корень, и его очень хорошо видно. Тут примерно ему остался 2 сантиметра, чтобы он вылез, друзья. Примерно, может быть, минимум 2 дня ему точно хватает, или как 4 максимум, друзья. Ну, погнали к следующему дню, посмотрим, как он подрос. Ну и вот, друзья, наш 7-й день уже нашего следения, как мы следим за нашими авокадо. Ну что ж, давайте посмотрим про наш прогресс наших авокадо. Так, тогда их аккуратно достать. Опа. И как вы видите, у него корень достаточно уже хорошо так-то подрос. То, что я так-то как его заметил, друзья. Очень хорошо видно, как вы видите, этот корень уже. Так. Трещина большая, как вы видите, большая. Там даже в серединке есть листочки. Сейчас я сделаю просветку. Вот, как вы видите, есть уже листочки. И это будет уже расти отсюда столбур. Как видите, дырка уже неплохая как-то, вот. Вот такие, друзья, наши прогрессы на нашем первом авокадо. Так, берем теперь наше еще одно авокадо и корень. Не, ну, корень уже почти, можно сказать, и вылез. Но в то же время еще и не вылез, друзья. Также он растрескался, как видите, по всему. Как видите, конечно, вот тут плохая трещинка, но она есть. Вот. И вот до сюда он треснул, как видите. И вот, друзья, это уже 9-й день. Да, я пропустил несколько дней, друзья. Потому что было тогда неинтересно посмотреть то же самое. А тот день... Давайте посмотрим теперь на наш первый. Ну, я сразу вам спорилю. Он пустил корень, друзья. Это круто, друзья. Скажите, вот так вот. Он вот такой пустил корешок. Он тут треснул почти по всему периметру, как видите. Вот здесь, может быть, чуть-чуть видно. Хотя, не видно. Ну, ладно. Положим его назад и пускай растет. Ну, вот здесь уже прогресса, так-то я вам скажу, реально крутые, друзья. Как вы видите, у него корень где-то в сантиметров 6 или 5, вот уже. Как хорошо вырос. Вот здесь, как вы видите, уже вот это листья уже, это столбур, друзья, растет. Это очень хороший признак, то что значит 100% шанс, то, что наша авокадо вырастет. Но я же вам говорил, друзья, когда мы садили, ну я не поврал, значит. Вот такой у нас, друзья, был 9-й день. Вот, друзья, наш последний 14-й день. В общем, вы посмотрите, как они подросли. Вы видите, уже на первом вот это уже столбур прорастает. Его очень уже хорошо видно, и листья его видно уже. Ну ладно, давайте посмотрим теперь на корни. Берем и... Воу! Посмотрите на корень. Примерно, может быть, на сантиметр 8. Вот так вот, друзья. Ну давайте посмотрим тогда на последний наш прогрессор, можно сказать. Берем и достаем. Вот, у него тоже появился корень, друзья. Вот уже треснул, как видно, трещину по всему его периметру, друзья. И вот тут видно чуть-чуть, как у него уже столбурец тоже начинает подрастать, друзья. Ну что ж, давайте мы его положим, и я буду уже с вами прощаться. Вот,
Смотрите, как красиво. Уже буквально через 2 денька уже вылезет столбик, друзья. Ну ладно, я вам позже засниму видео. Буду вот снимать, друзья. Наше видео подходит к концу. Всем пока-пока, друзья. Встретимся в следующем видео и посмотрим, как они подрастут. Пока-пока.